Валера, я нам взял это для храбрости. Чё, дрочить чё? Ну, 1 сентября. Хы! Валера, куда мы хоть поступили с тобой? Валера, будем с тобой грызть гранит? Гранит? Какой гранит они там в универах жрут, а? Короче, сейчас первая пара, знакомство с преподами, потом всей группой надо бухнуть. Это ж какой стресс, видеть 5 лет эти высокомерные лица. Вот интересно, все наши, наверное, в ПТУ какие-нибудь поступили, а мы с тобой, Валера, в университет. Ты чувствуешь это? Университет. Уровень. Валера, ты представь, мы будем с тобой короче, крутыми специалистами, Валера! Валера, ты представь, сегодня мы открываем дверь в университет, а через 5 лет каких-то пишем уже диплом. 5 лет! Валера, а тебя ничего не смущает? Ну, как бы мы с тобой поступили в лингвистический университет, да? Почему общеобразовательная школа Столыпина? I wanna see you back it up, 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 back it up. Еще, кстати, история века. Захожу я, короче. Ну чего ты орешь? Я тебя еще не трогаю, господи! Слушайте, ну у вас тут надо зуб пломбировать. Может, вырвем его к чертям собачьим, м? Раз мы с ней пьянка, а это надолго. Ой, ну чего вы начинаете, господи? Ну подумаешь, язык обезболил, ну? Меньше пи***ть будете. Гриша! Я тут десну отрезал. Что, больно? Терпи. Мне без анестезии ногу резали, ничего, хожу. Гриша, записывай. Так, 4 кариес, 2 кариес. Так, единицы тоже кариес, шестерки кариес. Слушай, парень, у тебя ну что, открывайте рот, посмотрим. Ядрен бот. Не-не-не-не, ну нахер. Так, не ссы, больно не будет. Так, ну вроде все. Так, стоп! А где мое кольцо? А ну, откройте рот. Ты меня жена убьет. Так, этот зуб нахрен, этот тоже, это вообще никакой функции не... Парень, не ссы, будешь как этот, Бакс Банни. Ты представляешь, первый учебный день, я всех повидал, я так скучал. Ты прикинь, я один из всей группы пришел на пары, ёб твою мать, а мог спать. Первый день столько знаний. В первый день столько алкоголя. Слушай, Даша так похорошела. Ха, ты прикинь, Ленку разнесло, видать, бухала целое лето. Нам сегодня выдали, ну, кучу учебников. Нам сегодня выдали столько пиздюлей. У нас еще появилась новая учительница по биологии, да. Слушай, у нас новый препод по экологии, ну ты понимаешь. Даю неделю. Вместе бухать с нами будет. Мы сегодня со всеми перезнакомились и вступили в новый учебный год. Ну а что мы? Бухнули, попрощались и до экзаменов не ждите. После учебы мы пошли в боулинг. Да успокойся, куда мы там ходили? На кафедре взяли пару бутылочек беленькой и раскатили за будущий семестр. Кстати, в первый день мой классный руководитель меня похвалил. Ха! Ты прикинь, меня декан в первый же день отчислил. Фото на паспорт? Да с вашим лицом фото только на табличку «Осторожно, кусается». Так, голову чуть ниже. Чуть-чуть под наклон. Ниже голову. А теперь вот, вот. Нет. Все, через 15 минут можете приходить забирать. Следующий. Говно. Говно. Не, ну говно же. Так, улыбаемся глазами. Представляем, что объектив вас раздевает. Так, лопату с кадра убираем. А, это нос? Извиняюсь. Снежинка, ёб твою мать. Ты чё в белом припёрлась, а? У меня просто камера сдохла, давайте на телефоне. Качество такое же будет, вот гарантирую. Не, ну это ага, вообще кадр классный просто. Вообще прям Тайна Бэнкс. Извините, а вы можете спиной повернуться? Да просто мой объектив обосрётся, когда увидит такое лицо. Не работа, а стресс. На грядках, поняла? У меня по талону. Здрасте. Здрасте. Я понимаю, что у вас обед. Приятного аппетита, кстати. Но мне надо подписать бумаги на профпригодность. Слушайте, может, давление померить? А температуру? А может, нахер ногу отрежем, а? Ну, мне просто в универ сегодня, ну никак нельзя. Слушайте, выпишите что-нибудь от диареи, а? И, кстати, не советую заходить в ваш туалет. Хотя что-то не понял. А как вы со мной разговариваете? Я сейчас пойду к вашему главврачу, понятно? Так, у меня просто острая респираторно-вирусная инфекция, поэтому выпишите мне антибиотики, я пойду.
Я просто врач. Я в интернете прочитал, что у меня какая-то обсидирующая хрень. Мне надо срочно в диспансер. А я вашу поликлинику закрою к чертям собачьим. Понятно? Где мои анализы? Ну что, Виталя, здорово. Ни хрена себе ты обустроился. Короче, я по делу. Мне надо, короче, справка, что я не тю-тю. Организуешь? А это вам. Ну и что сидим? Чайник ставьте. Вместе попробуем. Вот люди, а. Ни стыда, ни совести. Ты пчела, я пчеловод. А я спиздил мед. Пацаны, у нас сегодня что, экзамен? Пи***ть. Ну что, у кого шпоры? Ни у кого? Все учили? Вот не пи***ть. А что за предмет хоть сдаем? Страноведение? А у нас есть такой предмет? Так, Хельсинки, столица Финляндии, да? Москва, столица России. Ну норм, сдадим. Так а кто хоть экзамен принимает у нас? Декан? Наш? Не, проще самому отчислиться, ну нахрен. Может, по здоровью откосить, а? А ну-ка, Виталя, мазни мне по мордасам. Что-что, говорю, жахни мне по физиономии, ну. Что-что, ребни мне. Идет. Здравствуйте, Александр Львович. Конечно, готовы, как всегда. На зубок все билеты, да. Сейчас идем, да. Идем. Короче, пацаны, ни пуха, ни хера. О, ни пера. Валера. Доброе утро. Валера, мы не спим. Скажи мне одно. Зачем надо было наспор вчера пить со студентами филологического факультета? Там было что, очевидно. Валера, трусы хоть надень. Вот, Валера, скажи мне одну вещь. Зачем ты вчера обоссал зачетки студентов? Просто так? Валера, а как они тебе завтра экзамен по философии сдадут? Скажи мне. Здрасте, Алина Петровна. В смысле мы пьем? Мы ЗОЖ, мы активный здоровый образ жизни. Просто решили чуть отдохнуть, да, Валера, мы не спим? Валера, мы не спим. Валера, а что за лошадь рядом с тобой? Цыган? Валера, где ты их вообще нашел, скажи мне? Валера, а что вчера за повод был, скажи мне? Четверг? И все? Валера, чтоб я еще раз с тобой выпил? Да пошел ты нахер, Валера. Ой, Галина Петровна, не тявкайте там, господи! И та голова трещит!